Только в одном Оренбургском районе около 3000 человек владельцы зарегистрированного оружия. С каждым годом эта цифра неуклонно растет. Основная масса любителей пострелять на селе, конечно, охотники. Но даже они, как оказалось, обеими руками за то, чтобы контроль при выдаче огнестрельного или травматического оружия усилили. Да вы что? Как всем можно дать оружие в руки? Травматическое, тем более. Случай был недавно, вот Каменноозерный. Вот. Помните, когда он вылез? В нетрезвом состоянии парнишку расстреляли в упор. Нет, конечно, категорически против. С охотниками и владельцами оружия также пообщались представители общественного совета. Стражи правопорядка и общественность сошлись в том мнении, что полный запрет выдачи оружия ничего не решит. Но усилить контроль нужно. Для самообороны каждый человек имеет право. Это точно так же, как в принципе вопрос, как его применять и какие водители, как его носить, как его хранить. Вот в чем вопрос. И насколько здоров человек, и насколько человек адекватен. Правоохранители же не перестают предупреждать. К оружию нужно относиться серьезно, иначе беды не избежать. Гражданин хранил оружие, то есть находилось оно в сейфе, но а ключи от этого сейфа находились в доступном месте, и его, можно сказать, пасынок воспользовался этим случаем, взял ключи, вытащил ружье и убил человека. Александр Петренко, Виктор Яковлев, Новости дня.